Добрый день, вот только дошел до моря, время уже 2:30, просто дождь шел. В принципе, он и сейчас капает, но сегодня весь день идет. То вот такой мелкий покапывает, то посильнее. Как бы сегодня уже прохладненько стало, как бы обрызгало. Как бы люди вон купаются еще. Так все небо затянутое. Вон вертолетик тоже захвачу. И как раз небо покажу вместе с вертолетом. Ну, как бы светлее становится, солнышко пытается пробиться. О, даже просвет нашел. Вот в этой стороне есть небольшой просвет. Но так бы чуть-чуть рассеивается. Вообще говорили, к 3 часам дождь должен закончиться. Ну, вот с этой стороны тоже люди купаются. Ну, сегодня уже прям настоящая осень и прям прохладно. То есть вот в капюшоне был, вчера снимал, сегодня даже еще и шапочку одел. Как раз по погоде. Сейчас попробую камеру перевернуть, как она тут переворачивается. А это фотографии делают. Короче, не вижу переворачивать. Море чистенькое. Людей совсем мало стало. Вон пляж вообще пустой. Дождь как бы все равно капает, он такой небольшой. Там уже много чего закрывается. Вот дождик закончился, и карусель заработал, и колесо обозрения начало крутиться. Пограничный проходил, там уже столовые закрывались. Ну, на Альбатросе еще не запустили колесо обозрения. Мороженые точки тоже многие закрылись. Потепление вообще обещают со следующей недели. Ну, где-то до 21 плюс. Вот уже солнышко прям начинает потихоньку выходить. Я думаю, сегодня мы еще увидим солнце. А море хорошее, спокойное. Ну, то, что вот здесь небольшие волны есть, это не страшно. А так, видите, ровненькое море. Вон где гора Ёжик, вот отсюда видно, что после шторма как мусора накидало, он до сих пор там есть. Там гора мусора, что прям издалека его видно. Я думаю, камера не уловит его. Здесь даже прозрачная сейчас волна уйдет. Во. Ну, не кристально чистая вода, но хорошая вода. Зато вон сходняк голубей. Как-то в комментарии писали, голубей больше, чем отдыхающих. А здесь реально голубей больше на пляже, чем отдыхающих. Вон они. Ребенок играется с ними. Сейчас даже, наверное, посчитать можно, сколько здесь людей. Аллея тоже пустая. Ну, ветра почти нету. Вот по своему флажку вам покажу. Сейчас остановлю. Я уже говорил в движении, почему не снимаю. Потому что будет все видео трястись. Так ровненько не смогу держать при ходьбе. Потому что ставлю на паузу, перехожу, потом снимаю заново. В принципе, теперь только снимать море без людей. И показывать, какая тут погода. Сегодня, как бы можно сказать, что сезон закончился.
и людей нету, и закрывается много точек. Море почти мое, посмотрите. Люди писали, которые хотят завтра приехать, послезавтра. Как бы дожди обещают, но не знаю, будут, не будут эти дожди. Как раз вот сейчас я пройду, посмотрю, сколько сегодня градусов на градусник, на градуснике. Немножко море поснимаю, посмотрите. Оно такое спокойное, ровненькое. Все, пойду к градуснику, там уже включу видео, потом аллею покажу. Вот вода намного теплее, чем воздух. 22-14. На градуснике 12 было. Это в 9 часов 14. Сейчас, оказывается, наоборот, похолодало. Здесь немного людей гуляет. Это уже почти край к реке Вулан. Столовая пустая, яхта грузинская, кухня тоже пустая, бриз, суши, столовая. И здесь по мелочи людей ходит. Здесь хоть я двумя руками могу планшет держать, не так будет трястись. Дорога ровненькая. Сколько здесь проходил, что-то не замечал, что здесь, оказывается, теннисные столы есть. Тут, в принципе, всегда ветер, как там играть можно. Остановлю, дальше пройду, покажу. Школьная улица. Тоже людей мало. О, за чебурека меня одного человека. Все-таки поймал момент, когда там нет очереди. И вот аллея, тоже пустая. Вот тут все зонтики убрали. Ну, людей чуть-чуть побольше стало. Ну, кстати, потеплело. Когда дождь шел, прямо холодно было. Чувствовалось. О, тут уже просвет, солнышко больше выходит. Как видите, пляжик пустой. Ну что, со следующей недели опять тепло начнется. Ну, если здесь буду, дотяну, если до того времени, то покажу вам. А сейчас можете полюбоваться морем. Без людей, когда можно свободно плавать. В общем, половина уже закрывается, и сезон заканчивается. И начинается неофициальный сезон.